Камера, мотор. Выставку с таким названием представили гостям и участникам кинофестиваля имени Валентины Леонтьевой «От всей души». Событие состоялось во Дворце книги. Экспозицию подготовил Государственный архив новейшей истории Ульяновской области. Уникальные документы из архивных фондов отражают вековую историю развития киноиндустрии на территории Ульяновского края. На стендах афиши фильмов и виды ульяновских кинотеатров в разные годы. Документы из личных архивов с автографами Тихонова и Говорухина, фото знаменитых актеров на встрече с ульяновцами и легендарная тетя Валя. Значительная часть экспозиции посвящена творчеству звезды ульяновской сцены прошлого века Анатолия Устюжанинова. Его личный фонд хранится в Государственном архиве области. Он создал театр одного актера и профессионально играл нашего земляка Владимира Ильича Ульянова-Ленина. Но притом не просто играл, да, он изучал его труды и достаточно хорошо владел темой. И он же снялся в знаменитом фильме Бондарчука «Красные колокола», фактически фильме пропагандисте, который был рассчитан на западную аудиторию, чтобы рассказать о революционных событиях. Ключевым событием на открытии выставки стало подписание договора о сотрудничестве Российского общества знания с Министерством культуры региона и Государственным архивом области. Знание – это целый спектр культурных событий просветительской направленности. Выставки, форумы, игры и квесты. И договор – это не просто этап в многолетнем сотрудничестве, это возможность сделать просветительскую деятельность на территории Ульяновской области еще более эффективной и насыщенной, пояснили представители общества. Мы расширяем тот спектр лекторского состава, который мы имеем за счет тех экспертов, которые находятся именно по линии культуры и искусства. Второй момент – это усиливаем количество просветительских мероприятий в нашем регионе. Конечно же, это идет и вовлечение новых наших партнеров, новых заинтересованных лиц в просветительскую работу. Экспозицию можно увидеть в областном дворце книги с 3 по 30 августа. Вход бесплатный. Далее, благодаря передвижному формату, выставка отправится в путешествие и будет показана жителям всех районов Ульяновской области.